Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и, конечно, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений на просмотре сайта, на просмотре видео зарабатываю денежку. Называется NADS. Я проверила этот бокс на вывод. Все замечательно, платит. Так, такая вот реклама постоянно выпадает, ну ничего страшного. История вывода. Выводила я 12 центов. Вот 30 декабря. И 12 центов комплект. Все замечательно. История. На Pair 30 декабря. Декабря перевод выполнен. Но точка 12 USD. И они просят, чтобы я опубликовала вывод на форуме. Вот 0. Так, вот форум. NADS. Все замечательно. Так, я копирую. То многие спрашивают, как публиковать пост делать. Так. Далее. Это лично я перевожу на английский язык. Вы же можете на русском. Я не знаю, я пробовала как-то в другом, правда, буксе публиковать на русском языке. И как бы у меня ничего не отобразилось почему-то. Вот. Вставляю сюда так и беру. Вот это я копирую. Так, иду на букс. Кликаю форум. Вот он вверху. И здесь смотрите, вот доказательство платежа. Клику доказательства платежа. И вот здесь новый пост. Кликаем сюда. Вставляю текст. Здесь я. Ну, тут у меня уже как бы отображается. И кликаю новый. Новая публикация. Пост. Все. Я опубликовала. Да? Теперь вернемся обратно на форум. Нужно проверить. Вот. И мой логин. То, что я опубликовала. Все замечательно. Я продолжаю работать. Короткие ссылки я не смотрю. Здесь вот серфинг сайта у нас, да? Далее вот идет короткие ссылки. Я их не смотрю. Я только... серфинг и видео. Три видео здесь. Далее, что по поводу вывода, ребятки. Минималка 10 центов, да? Это первый вывод. Кликаю вывод, ребятки. Вывод. Смотрите, минималка 1 доллар стала. Будем надеяться, что больше не поднимется, так как... для букса этого достаточно. Ну, а апгрейд здесь, боже упаси, никому не советую делать. Потому что это букс, и минимальный апгрейд здесь 10 долларов. Без вложений. Не хотите, работайте. Не хотите, пройдите мимо. Вот. Что еще вам показать? В принципе, все. Вот здесь история вот. Также показан мой вывод. Сначала у меня вывод был в обработке. Ставила я на вывод вчера. Ну, а вывод вот сегодня утром не было. Я заходила с утра пораньше. Еще было как бы в обработке, да? В ожидании. Сейчас вот поступило уже вот все сюда. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Я буду продолжать, естественно, работать. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!